Я хочу сказать, что это действительно верный друг, товарищ нашего фестиваля. Он многодетный отец, у него семеро детей, поаплодируйте этому. А в свободное от производства время он пишет песни, и стихи, и песни. И эти песни он сегодня подает вам. Вот Андрей, к сожалению, раскрыл все карты, назвал всех исполнителей. Ну давай, подпорь там. У нас не меня, у нас с Андрюхой 16 детей на, как бы, напополам, да? То есть вот такие русские настоящие семьи раньше и были. И нам пора возвращаться к этой традиционной нашей многодетной крепкой семье. Хватит заниматься всякими развратами, пошлостями и так далее и тому подобное. Мы, русские, с нами Бог. Ну что ж, а теперь я передаю с удовольствием микрофоны автору-исполнителю Андрею Малому, и первая его песня называется «Дети улыбаются». Ведь сегодня день защиты детей. Встречайте, Андрей Малой. Здравствуйте, друзья. Всех с праздником, с этим замечательным мероприятием, которое мы сегодня имели удовольствие наблюдать. Всех поздравляю. Будьте счастливы. И давайте улыбаться вместе с нашими детьми. Аплодисменты, конечно же, приветствуются. После. Солнце ярче, мир меняется, это счастье, дети улыбаются, сбываются мечты, у каждого дарить улыбку, самое важное. Солнце ярче, мир меняется, это счастье, дети улыбаются, сбываются мечты, у каждого дарить улыбку.